Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вас приветствую. Меня зовут Агамурадова Рена. Сегодня мы будем изучать арабские танцы. Я надеюсь, вам очень понравится, потому что арабские танцы, арабский фольклор, музыка – это очень красиво и очень вам понравится. Что мы будем сегодня делать? Мы будем учить пару элементов арабских танцев. Арабские танцы, самое главное для женщины, это здоровье. Здоровье почему? В арабских танцах мы, все наше тело работает, руки, ноги, спина, живот, поэтому это очень хорошо для женского тела. И самое главное, это вдохновляет и очень хорошо поднимает настроение. Растяжка. Растяжка – это самое главное. Почему? Потому что мы должны растянуть наши ручки, ножки. После этого наш танц будет очень красиво получаться. Начинаем с рук. Самое главное – руки. Мы растягиваем руки наверх, по сторонам и вдоль. Опять вперед, наверх, по бокам. И еще раз. Вперед, наверх и по бокам. И это нужно делать 10 раз. Повторяем. Четыре. Самое главное, когда мы делаем вперед, поднимаем наверх, вы между пальцами поворачиваете их вниз. Тогда более растягиваются как бы руки, и вы сами почувствуете. Если мы будем делать просто вот так, так, такого эффекта, которого я хочу, вы не получите. И еще раз показываем, поворачиваем и по бокам. Это мы сделали по 10 раз, но каждый день вы должны делать побольше и побольше. Например, сегодня 10 раз, завтра 15 раз, послезавтра уже 20 раз. Вот как бы так вот по 5 вы должны поднимать свою нагрузку. Потом шея. Самое главное тоже в танцах – это шея. Из-за этого мы должны ее всегда обрабатывать. Сначала мы эту сторону крутим. Сейчас я вам покажу. И раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Десять в сторону влево, и сейчас вправо, сейчас влево. И потом мы берем эту руку, поворачиваем вот прям к уху и вниз, тянем вниз. Именно этой рукой часть. Шею тянем вниз. Не вот так вот, как бы, а просто шею надо повернуть. Так потерпеть нужно, ну, до 5. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Опять опускаем ручку. Также поворачиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Так, с головой мы закончили. Потом опять переходим на руки. Руки – это самое главное у нас. Это вот будем движение. Это тоже как бы движение в танцах нам самое нужное. Вот, смотрите. Мы раскручиваем руку. Открываем, закрываем, открываем. И как бы нам нужно немножко ручки вот так вот назад поделать, чтобы растяжка получилась. Также другую руку. И вот так. И опять. Сначала одну попробуйте, потом вторую. Открываем, закрываем. Сейчас вдвоем. И раз, два. Можно делать, как бы нужно делать. Сначала вот так, а потом уже крутить и этими частями тела. И вместе повторяем. Подняли по бокам. Вы думаете, легко? Нет. Попробуйте, и вы увидите, как это сложно. Вы должны делать волнами, чтобы у вас все руки как бы чувствовали. Сейчас начнем
плечами. Поднимаем назад. Потом вперед. И назад. Раз, два, три, четыре. Можно по пять, можно по четыре. Повторяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А сейчас вдвоем вместе как бы. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Поднимаем. Опускаем. Поднимаем. И делаем движение. Также это наши плечи очень нужны нам в арабских танцах, особенно как бы эта часть. Мы начинаем делать вперед. И оп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А потом как бы получается такое движение. Сначала нужно всю эту часть растянуть, чтобы у нас движения получились очень хорошие и как бы чисто все было. Опять. Так, с плечами мы закончили. Начнем сейчас с талии. Талия. Талия – это самое важное для женщин. Из-за этого я вам опять-таки повторяю, каждое утро занимайтесь своей растяжкой, своим телом, чтобы у вас была такая фигура, которую вы хотите. Опять-таки мы поворачиваем. Поднимаем эту руку, поворачиваем. И вниз, тянемся вниз. Нужно, чтобы этот корпус тянулся очень сильно. Подтянулись. Постояли. Это очень хорошо помогает нашей талии, если вы будете делать это каждый день, конечно же. Итак, 10 раз. 1, 2, 3, 4. Для талии мы тоже сделали. И наши повороты. Это как бы мы очень сильно стоим на наших ногах, как бы не надо ни поднимать, ничего никуда делать, просто стоим. Стоим, расслабили плечи, корпус, верхний корпус стоит, нижний корпус у нас двигается. Только эти части. И раз, два. Вот помните, раньше было такое, как бы... На полу был такой круг, мы всегда, когда были дети, стояли и вот так вот крутились. Не знаю, может, у вас это было, но у меня это дома было. А вот представьте, что вы на нем стоите, а у вас ноги только не должны шевелиться, и вверх. Только эти части. И начали. Крутим. Покрутили. Это тоже для растяжки очень хорошо. Потом... Встали. Поднимаем колено. И поближе к телу. Стоим немножко. Опять-таки считаем. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так вот. Другую ножку также. Раз, два, три, четыре, пять. И вытяните ножки вниз, чтобы не смотрели. Не вот так вот стояли ноги, а вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Главное не упадите. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. И раз, два, три, четыре, пять. Спинка прямая. Голова прямая. Угу. Это мы тоже сделали. И сейчас начнем тряску. Тряска у нас будет от колена. Начинаем. Стоим на ножках. Расслаблены ноги, самое главное. И мы начинаем тряску. Трясемся. Желательно, даже вы просто, когда дома стоите, там, не знаю, моете посуду, просто, чтобы вы привыкли к тряске, делайте тряску везде. Вот. Трясемся. Потряслись. Опять.
поднялись немножко на пальчики, отдышались, потянулись. И вытянулись немножко вперед, вот как бы это тоже для спины очень хорошо. Желательно, когда будете делать растяжку, включайте себе музыку, чтобы вам было более интересно и весело. Вот, с растяжкой мы закончили. Начнем показывать вам движения, элементы движения арабских танцев. Сегодня я вам покажу пару элементов, а потом я покажу связки и как бы в танце, и вы поймете, с чего состоит арабский танец. Начнем сначала мы с рук. Руки мы будем делать волны. И раз, два, три, четыре. Помните то, что я вам показывала растяжки? Мы растягиваем плечи назад, не вперед, а назад, и ручками помогаем. Надо очень часто делать, чтобы у нас руки привыкли. И опять подняли, и вниз, опять поднимаем, и вниз. Когда будем делать руки, мы можем добавлять ножки, только как бы можем спускаться вниз вот так. И подниматься. Опять спускаться чуть-чуть. И подниматься. И опять подняли ручки. Одну ручку спускаем, крутим. Вот то, что я вам показывала сегодня. Растяжки. И опять подняли, одну руку поднимаем, и раз, два. Очень часто дома тренируйте руки, потому что руки – это очень красиво. Во всех танцах нам руки помогают, во всем. Поэтому ручки – это самое главное. Опять повторяем то, что я вам показала. Делаем волну. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опять-таки, когда мы делаем волну, можно чуть-чуть присесть. Четыре раза сделаем, уже в конце четырех мы можем немножко коленки подогнать. И раз, два, три, четыре. Поднимаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вот. Запомните это движение. В танцах я вам покажу. Переходим на ножки. Поставим ноги, как бы эту часть вперед. И раз, два. Раз, два. Также это все делаем коленками. Коленка сгибаем. Бум-бум. Раз, два. Нужно, чтобы это несколько раз повторили, чтобы мы смогли запомнить. Встаем на пальчик. И раз, два. Делаем бросок как бы. Раз, два. Раз, два. И раз, два, раз, два. Надо повторять каждый раз, чтобы вам было более легче. Оп. Также давайте другую ножку. Опять поставили на пальчик. И бум-бум. Поднимаем этот корпус. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Когда с музыкой, это можно делать и побыстрее, когда можно как бы это я вам другое покажу движение, пока мы это движение делаем. Есть еще как бы вот такое поднимать ножками, но это мы будем делать в другой раз. Так, можно это делать побыстрее, вот так вот, а можно танк, танк, танк. Раз, два, раз, два. Оп, оп. Раз, делаем наверх, сгибаем коленка, бум-бум, бум-бум, опять поворачиваем и сильнее.
по-разному. Ну, как бы, когда музыка как идет, вы совмещаете. Сейчас совмещаем мы эти два движения, которые я вам показала. И поехали. Раз, два, три, четыре. Поворачиваем. Пам-пам-пам-пам. Так, эти два движения мы совместили. Сейчас переходим на следующее движение. Это будет как бы шажочками вперед-назад. Вперед-назад. Сейчас я вам покажу. Бум-бум. Мы делаем шаг вперед, делаем в бок бедром и назад. И опять шаг вперед, бедро, назад, стоим. Шаг вперед, бедро, назад, стоим. И повторяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Опять. Вот я вам покажу, чтобы вы запомнили. Немножко вперед, чуть-чуть приподнимаемся, бедро в бок, бок, назад, сядь, встали и опять немножко вниз. Также с другим. Вперед, бедро, вниз, назад. Сейчас по-быстрому. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не забывайте про ручки. Когда мы делаем шаг вперед, мы раскрываем ручки. И смотрите. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Сейчас все делаем по-быстрому. Также опять я вам хочу сказать, если это спокойная музыка, мы делаем это немножко не торопясь. Вот так вот. А если это будут быстрые ритмы, тогда мы это делаем по-быстрому. Надеюсь, вы запомнили. Опять повторяю. Так, мы сейчас совмещаем три элемента вместе. Надеюсь, вы сможете это повторить. И поехали. Самое главное, что я вам хотела объяснить, это как дышать. Когда мы танцуем, мы должны дышать носом, и чтобы, как бы, когда мы будем танцевать, у нас не была одышка. И самое главное, не забывайте правильно стоять, спинку прямо, головку приподнятой, чтобы вам было как бы красиво, чтобы вы красиво были, выглядели. И опять-таки начинаем. Опять с ручек. Ручки мы сделали. Потом другую ручку. И раз, два. Ножки. Я вам повторю. Другую ножку. Оп, оп. Вот так. И последнее движение. Мы уже добавляем и ручки. Постарайтесь, когда вы сбрасываете бедро, чтобы у вас бедро прям, амплитуда была видна, бедра. Раз, два. Прям сбрасывайте. Не просто вот так вот, а вот сбрасываем наверх. Бум, бум. Сильно. Раз, два. И ручки раскрываем. И хоп, хоп. Еще раз. Хоп, хоп. Также другую ножку. У девушек иногда бывает, что эта сторона работает лучше, чем другая, но вы должны постараться, чтобы эта сторона тоже так же получалась, как другая. И раз, два. Еще раз. Подбрасываем. Раз, два. Еще раз. И последний раз. Сбросили. Вот. Сейчас немножко мы опять будем делать тряску. Тряска. Наша трясочка. Это самое важное в арабских танцах. И мы начинаем трястись.
мы трясемся, потом вверх добавляем, потом опять вниз, потом опять вверх. И поочередность. Раз, можно вперед делать немножко, другую ножку. И в танце. И раз, два, потом встали. И три. Три раза по бокам. Один раз сюда, один раз в тот бок и один раз посередине. Еще раз повторяем. Оп. Оп. И посередине. Оп. На сегодня все. Смотрите нас на Восток ТВ. Будет очень интересно. В следующей передаче будет более сложное движение. Так что не забывайте смотреть нас. شافوني مسلم ما كانت تكلم قالوا المعلم طاح على راسه صابر وانتيا كتعيقي عليا ليا البنية هادشي بات قياسه شافوني مسلم ما كانت تكلم قالوا المعلم طاح على راسه صابر وانتيا كتعيقي عليا ليا البنية هادشي بات قياسه عاش بك الحال نجري وراك كيف المجنون هذا ماشي حب هذا ماراطون عاش بك الحال نجري وراك كيف المجنون هذا ماشي حب حسباني شكون شي بوكيمون ألف مليون وحدة ليا تتمنى لا لا ستوب 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 وصلنا للطوب أنا باغي نتهنى حسباني شكون شي بوكيمون ألف مليون وحدة ليا تتمنى لا لا ستوب 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 وصلنا للطوب أنا باغي نتهنى عاش بك الحال نجري وراك كيف المجنون هذا ماشي حب هذا